Добрый вечер. Сегодня 74-й по счету урок в книге Шмот. Мы учим недельный раздел Ки Тиса и подошли, пожалуй, к центральному эпизоду этого раздела. История о золотом тельце, грех золотого тельца. Это 31-я глава книги Шмот. Начинается отрывок с 18 стиха. Здесь Тора подводит в этом стихе итог всему дарованию Торы. «И он дал Моше, когда закончил говорить с ним на горе Синай, две скрижали откровения, скрижали каменные, написанные перстом Божьим». По окончании пребывания Моше на горе Синай, 40 дней, после того, как были даны 10 речений, при всем собрании народа с громами и с молниями, после этого Моше поднимается на гору Синай на 40 дней и 40 ночей. И вот по завершении этого периода Всевышний дает ему Лухот Абрит, то есть каменные плиты, скрижали, выражаясь высоким штилем, на которых начертаны слова десятисловия. В 32 главе затем, 32 глава начинается так. Народ же увидел, что Моше медлит спуститься с горы. И собрался народ к Аарону. И сказали ему: «Встань, сделай нам богов, которые пойдут перед нами, ибо этот Моше, человек, который вывел нас из Египта, мы не знаем, кто с ним». Здесь меняется ракурс. Мы переходим от того, что происходит на горе Синай, то, что в высших мирах происходит процесс передачи Тору через Моше еврейскому народу, а что в это время происходит внизу, у подножья горы, в стане еврейского народа, народ не понимает, что происходит, почему до сих пор Моше не возвращается. Народ же увидел, что Моше медлит спуститься с горы, то есть так как они понимали, слишком медленно, не должно было так, не должен был он столько времени там находиться. И если он не спускается, наверное, что-то случилось. И собрался народ к Аарону, и сказали ему: «Встань, сделай нам богов, которые пойдут перед нами». Поскольку Моше, тот самый человек, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним. И сказал им Аарон: «Снимите золотые серьги». Которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и дочерей, и принесите мне». То есть на требование «сделай нам богов» Аарон отвечает: «Несите золото». Как, не просто золото, а серьги, которые у ваших жен и у ваших детей. «И снял весь народ золотые серьги из ушей, и принесли Аарону, и взял он золото из их рук, и обработал его резцом, и сделал его литым тельцом», то есть изображение теленка. «А они сказали: вот твое божество Израиль, которое вывело тебя из Египта. И увидел Аарон, и построил жертвенник перед ним. И возвал Аарон, сказав: завтра праздник Богу. И встали они рано утром на следующий день, и принесли жертву всесожжения и мирные жертвы, и сел народ есть и пить, и стали они веселиться». Буквально в тексте «Рекуму лицахек», то есть более точно, насмехаться. Не просто веселение, а разнузданный такой смех, насмешка. Вот этот текст. Всего лишь 40 дней проходит от дарования Торы с громами и молниями. 40 дней с того дня, когда Всевышний говорил с евреями лицом к лицу. Когда восприятие контакта с Богом было непосредственным, настолько ясным, настолько очевидным, что в нем никто не сомневался, точно так же, как человек не сомневается в своем собственном существовании. И вот всего лишь через 40 дней народ приходит к Аарону с требованием: «Сделай нам богов». Как это понять?
Царь Давид в псалмах пишет так. Променяли свою славу на образ быка, жующего траву. Прямо так. Применяли свою славу, то есть служение Богу, Творцу всего существующего, применяли на образ быка. Он еще не просто быка. Бык – это тот, который вот траву жует. Вот на такой образ. В действительности можно из того рассказа, который, как его приводит Тора, можно в нем, в этом рассказе, можно усмотреть грех настоящего идолопоклонства, то есть измену Богу, предательство. Вместо служения Богу, если попросту понимать то, что сказано в псалме, променяли свою славу на образ быка, жующего траву, променяли служение Богу на чистое язычество, грубое идолопоклонство, поклонение изображению быка. В устной Торе тоже мы видим подобный взгляд. В Пирке Дреблейзер написано так. То, что сказал народ, пойди, сделай нам божество, которое будет идти перед нами. Через 40 дней после того, как они получили 10 заповедей, они уже забыли своего Бога. Прям так. Они уже забыли своего Бога. И сказали Аарону, египтяне носят с собой своих богов, поют перед ними, могут их видеть. Ну вот ты тоже сделай нам вот такого бога, как у египтян. И мы будем видеть его перед собой, как сказано, пойди и сделай нам божество. То есть желание было, чтобы у них был ощутимый, вот ощутимое божество, как и у всех нормальных язычников. Тот, который можно потрогать, который можно поцеловать при необходимости, который можно иметь с собой в карманном виде или в... Еще одно место в устной Торе. В трактате «Авода Зара», трактат о язычестве, о идолослужении. И там обсуждается вот какой вопрос. Если есть какая-нибудь статуэтка, изображающая некое божество языческое, идол, другими словами, предположим, этот идол сделан не из дерева, называется «гори он огнем», а сделан из какого-нибудь драгоценного металла, золотой, например. Золото, что с ним делать? Написано, что нужно уничтожать, что все статуи языческого культа нужно уничтожать. Это же золото, жалко же. А можно ли его как-то себе присвоить так, чтобы в хозяйстве использовать по необходимости? Есть запрет использовать, получать какую бы то ни было пользу от идолослужения. Но с другой стороны, есть возможность, то, что называется битуль авода зара, то есть аннулирование. Если человек, который служил какому-то идолу, служил какой-то, предположим, статуе, если он сам выражает, что больше он не видит в нем божества, а видит в нем просто скульптуру хуже или лучше с эстетической точки зрения, для него это больше не божество, с того момента эта скульптура разрешена. Можно использовать ее, если она сделана из золота, из серебра, или из четкого-то металла. Но это, говорит Талмуд, все, что касается только идола, который принадлежит не еврею. А вот идол, который принадлежит еврею, если еврей поклонялся какому-то идолу, то его уже аннулировать невозможно. И вот на фоне этой алахи Талмуд объясняет то, что когда еврейский народ, выйдя из Египта, через 40 лет пребывания в пустыне, завоевал страну Израиля, то все эти изображения всех идолов нужно было уничтожить. Даже таких, которые вполне могли бы пригодиться в хозяйстве, если они были сделаны из драгоценных металлов. Почему? Ведь вроде бы они принадлежали кнаанейцам. Талмуд нет, поскольку вся
страна Израиля, все, что ее, все, что в ней было, включая и изображение богов, оно все, вся страна была завоевана, она принадлежит еврейскому народу, стало быть, это еврейский идол, его уже нельзя, нельзя уже его аннулировать. Возражает Гмара там, но ведь на самом деле человек не приобретает то, в чем он не заинтересован. И в данном случае, если это авода зара, если это идолопоклонство, если это идолы, то еврей же не заинтересован в том, чтобы получить, чтобы быть хозяином запрещенного идола. Отвечает Талмуд, да, но в тот момент, когда евреи в пустыне сделали золотого тельца, то этим самым своим поведением они выразили свое мнение, что, в общем-то, ничего не имеют против, не возражают против идолослужения. Было здесь действие, которое выражает истинное отношение человека к предмету. Прямо так и сказано. Да нихалу бе авода зара. То есть, что они вполне не возражают против идолослужения. Так Талмуд здесь, если понимать буквально то, что в Талмуде сказано, получается, что так он расценивает то, что произошло тогда в пустыне, всю историю с золотым тельцом, что это было буквально идолослужение. Но возникает другой вопрос, а как можно это понять? Если это было однозначное идолослужение, то действительно не поддается пониманию, как может народ, который всего 40 дней тому назад стоял лицом к лицу к Богу, с которым Всевышний говорил лицом к лицу, подобно тому, как говорит человек со своим другом. Как после этого можно было служить какому-то золотому литому истукану? Как этому найти объяснение? Да и что подвинуло их? Что в конечном итоге привело их к этому? То, что 40 дней им уже не был, и что? И поэтому нужно уже бежать в языческое капище? Эти вопросы, они с стародавних времен не дают покоя комментаторам Торы. Еще в XI веке два товарища, они, кстати, были и родственниками друг другу, это раби Авраам ибн Эзра и раби Иуда Леви, оба в своих сочинениях поднимают этот вопрос. Скорее всего, они обсуждали его и между собой, поскольку пути их подхода к рассмотрению этого вопроса довольно близки. Посмотрим, что они пишут. Начнем с Ибн Эзры. У меня, к сожалению, нет Ибн Эзры в русском переводе. Посмотрим его в оригинале, я переведу с листа. Задает Ибн Эзра следующий вопрос. «Имма асе аэгель, авудат гилулим, лама пахад аарон шеяарег». Если вся эта история с тельцом – это чистого рода идолослужение, то как понять поведение Аарона? Мы видим, что Аарон сотрудничает с народом. Скорее всего, это объясняется его страхом за жизнь. Что он понимает, что если он откажет, пришла к нему бушующая толпа с требованием «сделай нам божество, которое будет идти перед нами, потому что Муше мы не знаем, что с ним стало». И что будет, если он скажет «нет»? Наверное, он понял, что рискует жизнью. Но если это было чистого рода идолослужение, так что в том, что он рискует жизнью? Закон не позволяет идолослужение даже по страхам смерти. Человек обязан пожертвовать свою жизнь, своей жизнью, чтобы не согрешить идолослужением. А что, а может быть, Аарон так испугался, что он от страха нарушил закон? Разве так не бывает? Вот Ибн Эзра
нонсенс, это невозможно себе представить, потому что мы знаем, что люди намного ниже по уровню, чем Аарон, которые не достают до пят его, они находили в себе достаточно мужества для того, чтобы не склоняться перед требованием служить идолам и отдавали свою жизнь, и жертвовали своей жизнью, чтобы не стать язычниками. Поэтому как можно понять поведение Аарона? «Ваало Аарон кдош Ашем ая, венави аль Исраэль». Всегда и везде, во всех писаниях Аарон – это пример просто святого возвышенного человека, который был еще к тому же пророком. «У мицвот работ нитну аль яду и Моше ахив». И мы видим, что в Торе целый ряд заповедей даны. Мы привыкли к тому, что посредником при передаче заповедей еврейскому народу был Моше. Но ведь на самом деле, если мы посмотрим внимательно в тексте, что в целом ряде заповедей формулировка там такая, когда Всевышний говорит «Моше и Аарону». То есть они оба здесь являются посредниками. Так что же, заповедь, посредником в передаче заповеди был человек, который струсил и нарушил смертный грех, совершил смертный грех. Как такое можно представить? «Винея хур тов мимену». Устное предание говорит о том, что то, что сказано, и увидел Аарон, что увидел. Увидел, что хур, его родственник, пытался образумить обезумевшую толпу и препятствовать, и протестовать против их требования сделать себе божество, и погиб. Что ж получается, что Хур нашел в себе больше мужества, чем столь великий человек Аарон. Еще один вопрос. Если действительно то, что было сделано, это чистое идолослужение, то мы знаем, в законе есть санкции против идолослужителей. Человек, который сознательно служит идолам, он подлежит смертной казни. Стало быть, в тот момент, когда Моше спустился с горы в дальнейшем, как текст говорит, и услышал от Аарона, что он сотрудничал с народом, и он участвовал в создании золотого тельца, он должен был предать его смертной казни, и он этого не делает. Еще один вопрос. «Вехая халках михаперель бне Исраэлю визар о отцов коля дурот». И как понять то, что в дальнейшем Всевышний назначает Аарона первосвященником, его и все его потомство, и он, именно он должен быть человеком, который помогает евреям очиститься, искупить свои грехи, если он сам идолослужитель, если он сам из страха за свою жизнь был готов служить идолам, то как же он может быть человеком, который в дальнейшем искупляет, помогает искупить все грехи? И, наконец, последний вопрос, который задает Ибн Эзра. Когда Тора в книге Бамидбар описывает конец жизненного пути Аарона, то она подчеркивает, рак бемембер, только всего лишь один грех был за ним, а именно то, что Моше вместе с Аароном в истории с Мерива не выполнили требования Всевышнего обратиться, говорить к скале и словами заставить ее дать воду, вместо этого ударили ее водой, Моше ударил ее посохом. Вот это единственный грех. Кстати, если уж мы упомянули, то там все комментаторы спрашивают обратно, а при чем там Аарон? А и все, что там было, делал Моше. Он разгневался, он ударил, он сказал. Аарон только при всем присутствовал, он был рядом с ним, по его правую руку. Тогда что же Аарона? Но так или иначе, там нам непонятно. Получается любопытная вещь. Там в истории с Меймерева совершенно непонятно, чем согрешил Аарон. А ему это зачитано за грех. Здесь, казалось бы, если мы читаем то все то, что мы прочитали до сих пор, и в Пирке Дерблейзере, и Гмара Вавидезура, здесь получается, что он грешник, идолопоклонник, идолослужитель, а этот грех ему вообще не упоминается даже. Если так, то вообще непонятно. Это уже просто уже не лезет ни в какие ворота. Как же быть? Как все это объяснить? Тут Ибн Эзра приводит комментарий предшественника, Рафсадия Гаона. Рафсадия Гаон хочет сказать следующую вещь. То, что мы в дальнейшем, по крайней мере, этим отметаются последние вопросы.
почему Аарон не считается грешником, почему его не казнили, почему. Потому что Аарон, хотя формально совершил грех, на самом деле это был грех во имя Всевышнего, то есть он хотел здесь, у него были самые наилучшие намерения. А именно, есть у нас подобного рода история о том, как много сотен лет тому назад в Израильском царстве, когда в нем появилось идолопоклонство, и ему потакал царь, в конечном итоге это закончилось дворцовым переворотом, в результате которого начальник Иегу сверг царя-язычника, идолослужителя, и сам воцарился. А затем, после того, как он захватил трон, захватил власть, то он сообщил по всей стране, что если предыдущий царь служил Баалю, то есть финикийскому божеству Баалю, если он ему служил мало, то он, Иегу, сейчас став царем, он будет ему служить еще больше, поэтому он просит всех-всех служителей, всех верующих Бааля и всех его служителей собраться в центральном святилище Бааля для вознесения праздничного, торжественного жертвоприношения или еще что-нибудь в этом роде. И когда все там собрались, то вслед за этим заперли ворота, и тогда Иегу дал приказ своей гвардии и объяснил им, что из этого капища никто не должен выйти живым. То есть его призывы к служению идолу были здесь, на первый взгляд, криминал чистейший, как можно вообще такое сказать, как может еврейский царь подобную вещь говорит, что он призывает всех служителей языческого божества прийти и служить ему, и он еще послужит вместе с ними. А на самом деле здесь были все намерения его совершенно чистые, он попросту хотел вывести на чистую воду, собрать всех-всех-всех. Очевидно, тогда органов типа КГБ у него не было, поэтому для того, чтобы всех собрать, всех вывести на чистую воду, для этого он прибег вот к такой вот провокации. Это то, что хотел сделать Аарон, так утверждает Раби Саадия Гаон. Он устроил чистого рода провокацию, он действительно сотрудничал с людьми, которые требовали от него создать идола, но делал это только для того, чтобы выявить, кто же на самом деле идолопоклонник, и когда придет Моше, обладающий властью, он уже накажет всех идолослужителей, которые тем самым себя выдадут. Так пишет Раби Саадия Гаон, чем он, в общем-то, отвечает на последние вопросы возражения Ибн Эзры. Почему Аарон не считается грешником и виновником всего того, что произошло? Ибн Эзра с этим не согласен. Прежде всего, два у него возражения. Что Аарон говорит народу после того, как он уже сделал им этого тельца? Он говорит «Хаг ля шем махар» – «Праздник Богу завтра». По Раби Саадии он должен был бы сказать «Праздник тельцу завтра». Мы сделали нам новое божество, сиятельный телец. Вот завтра мы ему будем поклоняться, завтра ему праздник. День рождения, наверное, или еще что-то. Вместо этого он говорит, нет, праздник Богу завтра. Если уже он хотел действительно вывести всех на чистую воду, он должен был бы говорить так, как говорил царь Иегу, что он собирается устроить празднество в честь Бааля, в честь финикийского божества, в храме которого и все должны собраться. Этого он не делает. Это первое. Второе, когда Моше гневно его спрашивает, что тебе народ сделал, что тебе такого сделали, что ты навел на них такой грех, то есть почему ты с ними сотрудничал, должен был бы тут же оправдаться, что я это все сделал только для того, чтобы вывести язычников на чистую воду, вот и все. Но он молчит, он до этого не говорит в оправдании. Если было у него такое оправдание, то он должен был так оправдаться в глазах Моше, а этого он не говорит. Поэтому Ибн Эзра не принимает этот путь Раби Саадия Гаона и дает свое собственное объяснение. Какое же? Халила. Халила шааса Аарон авудат гидулим. Не дай Бог, что называется, не приведи Господи, даже подумать такое, что Аарон сделал настоящее
божество, и что его поступки можно характеризовать как идолослужение. Этого не было. Гам Исроэль ло бикшу авудат гидолим. Что он делал? Он удовлетворил просьбу народа. А в чем была просьба? Разве народ действительно просил себе божество, которому они будут служить? Давайте посмотрим, что народ на самом деле просил. Рак хашву шемет моше шиисиям ямсуф. Какова была причина, по которой, что они ему говорят? Сделай нам божество, которое бы шло перед нами, потому что Моше, вот этот вот самый человек, который вывел нас из Египта, он, мы не знаем, что с ним стало. Они боятся сказать, что он умер? Нету его. А какая, если это божество, какая связь? Поскольку наш лидер, предводитель Моше исчез, пропал, не знаем, что с ним, поэтому сделай нам божество. Здесь нет логической связи, когда говорят «поэтому», то должна быть логическая связь между тезисом и аргументом. Тезис – сделай нам божество. Почему? Потому что Моше нет. Таким образом, божество заменяет ушедшего лидера. Божество – это божество, это тот, кому молиться. Это не тот, кто будет вести по Синайской пустыне. Моше, они не знали, что с ним произошло. Он поднялся на гору Синай, пробыл там 40 дней. Никто не видел, чтобы он взял с собой запас пищи, и даже воды не взял. Как может человек просуществовать в таких условиях 40 дней, 40 суток? Значит, скорее всего, подводит нас Ибн Эзра к мысли о том, что в Тельце народ не просил замены Всевышнего, замены Творца. Это не было желание нового культа. Телец был заменой Моше. Стоп. Но почему же тогда они говорят, сделай нам божество, асэ лану элоим, ашер илху лефанейну? Говорит на это Ибн Эзра, что это слово «умилат Элуим кавод хоне бецурат гвия». Имеется в виду, что это слово означает воздействие духовной силы, которая снисходит на некоторое физическое тело. То есть, когда они просили, чтобы им сделали вот это вот тельца, это не то, что они думали, что этот телец, он что бы то ни было, что он какое-то божество и так далее. Да нет. Изображение определенное. Отдельный вопрос, а почему именно тельца, а почему не тигра, а почему не еще что-нибудь. Не льва, вроде бы более, нечто более внушительное, чем бык. Молодой еще к тому же. Это отдельный вопрос. Но так или иначе, речь шла только о том, что будет какое-то изображение, на которое будут снисходить какие-нибудь там силы. Выше. Какие? Имелось ли в виду здесь язычество? Что какой-нибудь египетский бог, не знаю, Осирис или Амон-Ра будет снисходить на этого быка? Конечно, нет, говорит Ибн Эзра. Очевидно, что нет. Речь шла только о том, чтобы создать какое-то физическое существо, физическое тело, на которое будет сходить воздействие Всевышнего, духовное его воздействие. То есть, поскольку этого самого тельца сделали во имя Бога, как способ служения Богу. Другое дело, кто позволил такие вещи делать, это уже другой разговор. Но, по крайней мере, нам теперь понятно, почему Аарон после того, как он сделал этого тельца, объявляет совершенно спокойно «Хаг ля Ашем Махар» – «Завтра праздник Богу». «Как это так?» – спрашивает Ибн Эзра. Если речь шла действительно о создании идола, нужно было бы сказать «завтра праздник идолу», «завтра праздник тельцу».
Нет, завтра праздник Богу, потому что и телец этот. А в честь чего? В честь создания тельца. Но этот телец, он тоже, он создан в честь Бога. Теперь мы подошли к такому моменту, когда обычно говорят, если это так хорошо, то почему это так плохо? Так хорошо все Ибн Эзра объяснил, что это было чисто, это было авудат Ашем, служение Богу, только... Но почему это тогда воспринимается как страшный грех? А это действительно так. Самый-самый тяжкий грех. В чем же здесь тогда дело, если это все так хорошо, если это совсем не язычество, если это служение Богу в форме литого тельца и золота и так далее, то почему же так плохо? Продолжает Ибн Эзра. Рак Баавурши Исраэль Аюми Уравим и Мере Врав Везеу Кибирау Луамар Рау Вахашву Мятим Исраэль Шаита Авудат Гилулим Виви Узвахи Виштахаву Ло Вамру Элу Элу Эхи Исраэль. До сих пор он говорил о том, каков был замысел. Но как часто бывает, замысел был один, а как там Черномырдин сказал, хотели как лучше, а вышло как всегда, вышло в худшую сторону. Был один фактор, который все-все изменил. В стане евреев был эрев-рав, то есть многочисленная толпа вышедших вместе с ними из Египта, вчерашних рабов или просто египтян, которые, видя все те чудеса, которые происходили во время исхода из Египта, видя все то, всю ту возвышенность и вознесение, как вчерашние рабы превратились в великий народ, видя это, они тоже устремились за ними. Их никто не звал, их никто не вел из Египта, но они пошли сами. Избавиться от них не пытались. И они находятся вместе с евреями. И они находятся прямо здесь. И вот когда на их глазах делают золотого тельца, скорее всего, они вспоминают, ага, нечто что-то близкое, нечто что-то знакомое, родное, для них привычное язычество, для них привычное идолопоклонство. И если так, ну тогда, коли идол, тогда к нему, что такое идол? Идол – это тот, кому приносят жертвы, идол – это тот, вокруг которого устраивают пляски, хороводы и прочее. Что они сделали? И поскольку они это сделали, то нашлись евреи, которые тоже к ним присоединились. Как известно, дурной пример, он заразителен. Поэтому были люди, которые принесли жертвы не Богу, а принесли жертву тельцу. А Аарон сделал все это совершенно другой целью. А Аарон видел в этом, в общем, не только Аарон, Аарон подчинился людям. Люди, которые потребовали от него, видели в этом средство служению Богу. И Аарон это сделал. Но вышло все совершенно иначе. Мы видим, что это относится к очень малой доле. Ведь в дальнейшем, как сказано в тексте, когда Моше спускается с горы Синай, он наказывает виновных. Он наказывает тех, кто служил идолу. Сколько их было людей, которые служили идолу. Тора указывает с невероятной пунктуальностью. 3000 человек. 3000 человек и 600 тысяч мужчин. Это меньше 0,5%. Стало быть, была маленькая кучка людей, которые поняли не так и которые сделали нечто совсем другое, не то, что намечалось. А замысел был иной. Замысел был служение Богу в виде тельца. Пока еще не очень ясен, ну, не очень ясен ответ на вопрос, который я задал. Если это так хорошо, то почему это так плохо? В чем тогда, почему это такой ужасный грех? Только потому, что, как пишет Ибн Эзра, что это скатилось к настоящему идолопоклонству маленькой-маленькой группки людей, из которых-то большинство вообще-то были не еврейский народ, а эрев-рав, а вся та толпа, которая их сопровождала. В чем здесь тогда такой ужасный-ужасный криминал? Но здесь мы оставим Ибн Эзру. И перейдем к словам его друга и родственника Раби Иуда Алеви, автор Кузари. Книга Кузари, как известно, написана в форме диалога между хазарским царем, которому известно, что он принял
иудаизм стал гером, в соответствии с хазарской традицией, это царь Булан, где-то, наверное, в 7 веке так называемой новой эры. И Раби Иуда Алеви пишет апологетическое сочинение об иудаизме в форме диалога этого царя Булана с еврейским ученым, который и наставляет его. Вот в конце первой части, после того, как он объясняет ему, объясняет царю, что представляло собой Синайское откровение, то, что там, на Синае, люди достигли того, что говорили, что были лицом к лицу к Всевышнему, что был непосредственный контакт, когда каждый ощутил, что Всевышний говорит с ним. Если так, сказал хазарский царь, тогда я не понимаю, как можно было через 40 дней сотворить тельца, одно из двух. Либо то, что говоришь о Синайском откровении, неверно просто. Либо как я тогда должен понимать то, что произошло через 40 дней. В ответ Раби Иуда Алеви вставляет в уста еврейского ученого следующее видение. Сводится, в общем, его ответ вот к чему. Что в действительности мы сегодня, когда вообще очень часто нужно сказать, когда мы пытаемся оценить какие-то исторические события, которые отстоят от нас тысячи лет, мы смотрим на них со своей собственной позиции, со своей колокольни. И происходит искривление масштаба. То есть одно и то же событие, одно и то же поведение, которое в наших глазах представляется ужасным совершенно, катастрофическим, в те века было, выглядело совершенно иначе, выглядело, скажем, невинной шалостью. Я, может быть, немножко здесь утрирую, но приблизительно. И наоборот, то, что нам кажется невинной шалостью, в древности было ужасным совершенно, нестерпимым. Нам трудно понимать, пока мы не отучимся оценивать события прошлого со своей колокольни, нам очень трудно их понимать. Нужно постараться проникнуться ментальностью людей того времени. И только тогда мы начинаем понимать. Приведу только пример, самый-самый яркий, очень известный. Когда Авраам отправляется в Египет и понимает, что ему там грозит опасность из-за его жены, потому что он просто видит, как мужики начинают на нее оглядываться и засматриваться на нее, и понимает Авраам, что дело плохо, он ей говорит: скажи, давай представимся так, что ты моя сестра, а не моя жена. Человеку современному непонятно, наоборот. Если его жена, так все-таки жена, ну, к замужней женщине не всякий полезет. Будут такие, которые полезны, но будут такие, для которых это будет, которых остановит. А если сестра, так вот это вот как раз результат того, что мы смотрим на события и пытаемся понять события древности с нашей собственной иерархией ценностей, с нашей собственной линейкой. А тогда это было все по-другому, ментальность была другая, и понятия были совершенно другие. И пока мы не подойдем к тому, к той ментальности, то от понимания тех событий мы очень далеки. Вот именно это говорит Раби Иуда Алеви. Ты хазарский царь сегодня с высоты своего раннего средневековья, да, было тогда светлым будущим, светлым настоящим всего человечества, 7 век новой эры, ты сегодня смотришь на поклонение статуям как на нечто, что достойно просто презрения. Но в те времена все народы служили каким-то образом. В 7 веке уже большая часть культурного мира, благодаря распространению христианства и ислама, отошло от поклонения идолам. И поклонение идолам всеми уже считается примитивным идиотизмом. Но не так было в те времена исхода из Египта. Все народы служили каким-то образом. Даже философы, говорившие о единстве божества и о его существовании, не могли избавиться от того, чтобы не направлять свое служение какой-то зримой форме. То есть на уровне философии могли говорить и тогда о едином божестве.
быть может. Есть у нас свидетельство о египетском фараоне Эхнатоне, который попытался объединить все египетские виды культа и служить одному только Богу, Богу Солнца, Атону. Но при всем при том, даже так, когда речь шла о служении, то есть можно было философствовать, можно было теоретизировать, но служение, а кому служить? Человек хотел, чтобы у него было что-то зримое, что-то ощутимое. Кому он будет служить? Кому он будет направлять молитву в конечном итоге? Они объясняли массам, что этот образ привлекает к себе какие-то божественные свойства. Ну вот мы сделали образ. Есть у нас изображение, предположим, ну хотя бы тот же, это некоторые комментаторы пытаются проводить параллель между золотым тельцом, которого сделал Аарон, это, кстати, ответ на вопрос, почему именно телец, и между Аписом, то есть священным быком, которого почитали в некоторых номах Египта. А что, вопрос, а люди поклонялись быку? То есть они что, ставили быка над собою? Он выше них, бык? А они кто тогда? Ну, они же люди, а это же корова. Бык, муж коровы. Нет, конечно, нет. Жрецы объясняли, что этот бык, в нем находится ка-птаха. Ка – это в египетской религии, в египетском менталитете – это душа, это некоторое духовное воздействие, которое связано с определенным физическим телом, то есть вот это вот воздействие, некая эманация божества птаха, она незримо присутствует вот в этом священном быке Аписе. Когда этот бык закончит свое бренное существование, ему полагается там 25 лет, то будет выбран новый бык, и тогда вот эта божественная эманация бога Птаха, она перейдет в нового быка. Так? То есть никто не думал, никто не говорил из египетских жрецов, что вот этот самый бык, который жует траву и хвостом отмахивается от слепней и от мух, что вот он и есть божество. Нет, в нем, на него, так сказать, снисходит некий дух божества. Честно говоря, это немножко напоминает то, ведь как мы сегодня почитаем наши святые места. Говорит здесь Ибн Эзра очень смелую фразу. То есть у нас святые места? Да, конечно. Ну, например, есть Котель Маарави. Что здесь, а что там святого? Это камни святые там? Или, может быть, место святое? Нет, камни там как камни. И место как место. И все там. Это камни, на которые исходит, как написано в Мидраше, что шхина, то есть присутствие Всевышнего, воздействие его на этот мир, никогда не расставалось с этим местом. Там оно реализуется, там оно незримо присутствует. Поэтому мы это место почитаем. Невозможно было убедить толпу служить чему-то неосязаемому. Получили мы Тору. Получили на Синае ту. И во время получения все, кто были там, безусловно, все знали и понимали, что Всевышний, он нематериален, он вне времени, вне пространства. Ему надо служить. Тому, кто неосязаем, незрим. Это трудно, это невероятно трудно было. Сыны Израиля ожидали, что Моше спустится с горы и принесет им от Бога что-то зримое, к чему они смогут обратить свое служение, как это было со столпом облачным и столпом огненным, которые сопровождали их после выхода из Египта. Народ ждал, что после того, как получит Тору на горе Синай, что после этого Моше даст им какой-нибудь зримый образ. Для чего? Не в качестве предмета культа. Нет, не в качестве предмета поклонения. Ну, просто я Богу хочу помолиться. Просто, а в какую сторону мне молиться? А где он? Он нигде, потому что он вне пространства. А если он нигде, то в какую сторону я буду молиться? Вопрос, а какая тебе разница? В какую-нибудь? Нет, разница. Я все-таки хочу как-то,
какое-то ощущение присутствия. Пусть сам Всевышний даст нам что-нибудь с его позволения. Что-нибудь такое зримое, ощутимое, для того, чтобы хотя бы мы в ту сторону молились. Но ведь было же нечто такое, когда вышли из Египта. Был столб облачный днем, столб огненный ночью. За ним не только шли, говорит Ибн Эзра. Из текста-то можно себе представить, что он был только как ориентир, благодаря которому можно было двигаться по египетской пустыне. Нет. Когда молились, поворачивались в ту сторону. Так вот, что-нибудь такое. И народ слышал 10 речений. И после этого Моше поднялся на гору, чтобы принести евреям скрижали и сделать ковчег, который был бы для них зримым символом, содержащим скрижали завета, скрижали союза. Если бы им спросили Моше, для чего тебе подниматься на гору, он сказал им для чего. Вот то десятисловие, которое вы слышали, его Всевышний сейчас начертает на каменных плитах. И что, и ты будешь держать эти каменные плиты в руке? Нет. Для этого будет сооружен специальный ковчег. О, вот это уже что-то хорошее. Вот будет, по крайней мере, где-нибудь, в каком-нибудь месте этот ковчег с плитами поставят, и в ту сторону можно будет молиться, в ту сторону можно будет направлять и мысли во время молитвы. И человек в этом нуждается. Вот этот зримый символ. Народ остался ждать Моше, и все евреи не меняли одежды, ни украшений. Вот как были в праздничных одеждах в момент дарования Торы, никто не снимал эти одежды, как это видно из дальнейшего текста. Все оставались в праздничных одеждах, ждали, когда же Моше наконец принесет им вот этот самый зримый символ, который необходимый, в котором они нуждаются. И так они ждали 40 дней. А ведь он не распрощался с ними и не взял даже с собой никакой пищи. Он же сказал, что он все, нет, не прощался с одной стороны, но и пищи не взял другой. И тогда в сердцах некоторых из них зародились мрачные помыслы. Души их охватило отчаяние. А может быть, он там умер? И в конце концов некоторые из них почувствовали необходимость в каком-то осязаемом объекте служения, как это бывает у всех народов. Если Моше не принесет нам какой-то осязаемый объект, значит, нам самим надо его сделать. А как же иначе? При этом они не отказались от Бога. Вовсе нет. Который вывел их из Египта. Они лишь просили, чтобы перед ними был какой-нибудь предмет, на который они могли бы смотреть, когда будут рассказывать о чудесах в Египте. Ведь посмотрите сегодня, столетия спустя, человек, когда упоминает Бога, совершенно естественным образом многие поднимают глаза к небесам. Почему небеса? Ну, нужно же какое-то на что-то указать. Нет, мы не собираемся сказать, что Всевышний Хас Вишалом находится на небесах. Нет, ну что-то такое нужно. Вот это и хотели. Значит, как и Ибн Эзра говорит Раби Иуда Леви, что настоящего идолопоклонства здесь не было, даже близко, безусловно, нет. Хотели служить Богу, но нуждались. То есть, в отличие, в чем разница между комментариями Ибн Эзры и Раби Иуда Леви? Ибн Эзра говорит, что потребность в золотом тельце возникла вследствие того, что потеряли лидера. До сих пор был Моше, а теперь мы нуждаемся в лидере, который каким-то образом его бы заменил. И в качестве лидера пусть это будет изображение, на которое Всевышний снизпошлет свою шхину, свое воздействие будет проявляться в этом. В отличие от него, Раби Иуда Леви говорит, дело было не в том кризисе, что вдруг ощутили себя без лидера, без вождя. Нет, дело было не в этом. Дело в том, что еще до того, как Моше поднялся на гору Синай, у них была потребность в каком-то зримом образе, потребность исходит из несовершенства человека, из трудности служить неосязаемому, незримому, невидимому Богу. Надеялись люди, что Моше эту потребность удовлетворит, принеся им ковчег со скрижалями завета, поскольку понятно стало, что Моше не спустится с горы, скорее всего, потому что 40 дней, 40 ночей его нету, а еды и питья он с собой не взял, то если так, то инициатива перешла к людям. Значит, нам самим нужно сделать что-нибудь, какой-нибудь зримый образ, благодаря которому мы будем служить Богу. Ну и снова мы задаем тот же самый вопрос. Если это так хорошо, то почему так плохо? В чем же тогда
криминал, почему это такой страшный грех? Говорит Рабби Иуда Алеви, самый ужасный грех, страшнейший грех. Не язычество, но страшный грех. Какой? То, что человек сам придумывает себе, каким образом ему служить Богу. Служение Богу – это не мысль человека, это не его творчество, ибо если он сам придумывает, то, скорее всего, то это не служение Богу. Служение Богу – это значит исполнять то, что Бог тебе скажет, и то, что Бог захочет, а не то, что я думаю, что Всевышнему будет хорошо, приятно, удобно и так далее. Это страшное дело. И через всю книгу Кузари проходит красной нитью эта самая мысль. Служение Богу не может быть результатом творчества человека. Это не мысли человека. Его словами, их ошибка состояла в том, что они сделали изображение, которое было им запрещено. Нельзя было делать это. Тора запрещает подобного рода изображения. И относились к созданию собственных рук, не заповеданному им Богу, как чему-то божественному. Разве дело в том, что они просто создали некое изображение? Да нет. Доказательство тому. А в дальнейшем, когда построили храм, мишкан, то в нем над Ковчегом Завета были изображения. Изображение крувим. А в чем тогда разница между крувим, сделать которых была мицва, это обязаны было сделать, эта заповедь такая, и между созданием золотого тельца, который является страшным грехом. А разница вся одна. Простая, но очень серьезная. По поводу крувим была заповедь, то есть был приказ Всевышнего их сделать. А тельца сделали по собственной инициативе. Вот и вся разница. Но это небо и земля. Следует помнить, однако, что созданию тельца предшествовали споры. Разве это были? Даже это, вот сама идея создания тельца, что это было желанием всех? Вовсе нет. Были серьезные споры. И в конечном итоге, подчеркивает, как Ибн Эзра, сколько было виноватых, наказанных? 3000 человек из 600 тысяч. Только они стали его поклоняться. Лидеры народа, помогавшие ему отливать тельца, оправдывались тем, что сделали это для того, чтобы отделить верных и строптивых и убить тех, кто в самом деле поклонялись тельцу. Ну, а что касается роли Аарона? Снова мы подходим. А как понять здесь роль Аарона? Вещь очень непонятная. С одной стороны, если телец был идолопоклонством, тогда почему он сотрудничал? Почему он на это пошел? Если это не было идолопоклонством, если это не было запрещенным, то тогда в чем его грех? А мы видим, что его обвиняют в этом. И здесь он цитирует, не называя имени, но, в общем-то, он цитирует здесь Рабби Саадию Гаон, а именно, что действия Аарона можно оправдать чем? Тем, что он хотел вывести на чистую воду грешников и идолопоклонников. Если так, то почему тогда его постигает в дальнейшем наказание у него и погибли его дети? Но им вменено было в вину то, что они превратили этот бунт из замысла в реальность. То есть человек, который, может быть, из самых лучших намерений, но он помогает реализации того, что пороков, которые скрыты в душе, у определенного числа людей были у них вот эти вот недостатки. Был этот самый порок, но он был только на уровне потенциала. Они могли, они в состоянии были сделать то, что они сделали. А Аарон помог ему реализоваться. И то, что они сделали, вышло наружу. И это непростительно. И поэтому за это он понес наказание. Хотя намерения его были самыми лучшими. Но человек несет ответственность не за свои намерения, а за результат своих поступков тоже. Причем при том, что были самые лучшие намерения, результат был плачевным. Их грех не был полным отказом от служения тому, кто вывел их из Египта. То есть возвращаемся к еврейскому народу. Был грех, да. Был и грех в том, что было предательство, в том, что был отказ от служения Богу? Нет. Скорее, он был частным отказом от некоторых заповедей. Заповедь, которая запрещает создание подобного рода изображений на свое усмотрение. Ведь Всевышний запретил им делать какие-либо изображения, и они все-таки сделали, вместо того, чтобы
подождать. У них не было никакого права самим определять форму служения. А, здесь он отвечает на вопрос. Если вся была проблема в том, что они сделали изображение, то как же в дальнейшем делают изображение крувим в мешкане? Ответ. Там была заповедь, там Всевышний повелел. У них не было, не имели никакого права, у них не было никакого права определять форму служения, строить в соответствии с ней жертвенник, приносить жертвы. Их поступок подобен поведению того глупца, который вошел в кабинет врача, когда врача там не было, и сам выписал многочисленным больным, стоявшим у кабинета, неподходящие лекарства, таким образом убив их. Тогда, если бы только врач выписал соответствующие лекарства в правильных дозах, они бы исцелились. Народ не собирался служить идолам. Он полагал, что стремится служить истинному Богу. Если бы мы спросили людей, которые танцуют вокруг тельца, что вы сейчас делаете? Как что? Богу служим. Мицву исполняем. И пришел корону с просьбой. Они не пошли искать каких-нибудь египетских жрецов среди рефрав. Они к корону пришли. Почему? Потому что корон – святой человек. Он сможет, как святой человек, он им сможет помочь действительно служить Богу так, как они хотят. Сегодня их грех кажется нам более тяжелым, поскольку теперь мало кто служит настоящим идолам. Сегодня это позорно уже, как это было в те дни. Если бы евреи тогда построили в соответствии с своими представлениями храм, не идола бы сделали, а сделали бы храм какой-нибудь. Это бы не казалось бы нам таким тяжким преступлением. Не стали бы так это критиковать. Почему? Потому что мы сегодня, мы смотрим на свои колокольни. Мы сегодня, у нас есть сегодня храм, ну не храм, малый храм. Синагога есть, есть. Мы туда ходим, да. Мы знаем, что это Маком Кадош, святое место. Почему? Шхина там находится. Поэтому если бы евреи построили храм, просто не сказали бы, о, Муше нет, давайте строить переносной храм какой-нибудь, например. Вот такой, который был бы вместо Муше. Мы бы тоже ужасались? Нет, не ужасались бы. Хотя на самом деле тоже было бы запрещено. А кто вам позволил? А кто вам сказал делать храм? А может, нельзя вообще делать храм? Кто позволил? Почему? Сами? Этого не может быть. Служение Богу – это не то, что сам придумываешь. Если бы не необходимость сохранить общину в изгнании, то мы бы сегодня вряд ли вообще строили бы синагоги, пишет Сипнезер. Нетривиальная мысль. Так или иначе, резюмируя всю эту историю, что действительно было здесь? Был здесь грех, грех тяжелый в том, что сами решили, каким образом служить Богу. Сделаем тельца. В этом был грех, и грех непростительный. Эту тему развивает Раби Юда Леви. Она проходит красной нитью во всей книге Кузари и вписывается в нее и вот эта вот оценка греха золотого тельца. Тему мы эту только начали, затронули, не исчерпали ее все, но время, отпущенное, мы уже исчерпали, поэтому здесь мы сегодня остановимся.